квартира в старинном доме. Стариннейшее заповедное место, дореволюционное, глинозем. Я нахожусь среди своих старинных знакомых. Вот Владимир Семенович, которого я знаю, 74-го года. Александр Васильевич. И Вячеслав Павлович. Вот эти люди сейчас скажут что-то особенное, свое, оригинальное, как всегда. Мы вообще-то собрались вспомнить знаменитых людей, народных музыкантов, исполнителей, виртуозов. Вот в этой квартире очень часто, можно даже сказать постоянно, сюда заходил наш легендарный комар. Вот к этому человеку они часто беседовали, о многом разговаривали. Комар очень много пел песен здесь. Вот хозяин дома хочет об этом рассказать немножко и показать одну песню свою. Не свою, вот теперь она стала его, а раньше это была песня комара. Очень красивая песня. Ну, пожалуйста. Сегодня очень чудесный день, 3 число, 3 месяц и 2013 год. И все даты кончаются тройкой. И вот сегодня в моей квартире 3 близких мне, опять же на 3 друга, которых я знаю уже на протяжении 40 лет. А начиналось в 70-е годы, когда в Воронежской области был очень популярный певец под гитару, который пел, это Александр Спиридонов. Ну, в принципе, фамилия и ничего не говорит, а по-уличному это был Комар. Он был настолько известен в области, за пределами, даже его записи крутили на Дальнем Востоке. Было такое, здесь он вот записывался в этой квартире. Мы были молодые, нам было 20 в то время. Но чтобы записать, познакомиться, это было очень трудно. И ключевой фигурой в нашем знакомстве и дальнейших наших встречах сыграл его близкий друг, с которым они учились в школе-интернате. Это был Сергей Егорович Прохоров. В свое время он работал на фабрике работница. И вот в это время как раз Александр Иваншин там работал. Потом я поступил туда трудиться. Через какое-то время, в то время был период радиохулиганы, и вот Леонид подключился к этому моменту. Бурдиков. Слава! Сорокин, Масловский, это бард, гитарист, очень сочинитель своих песен. Александр Васильевич, виртуоз. Мы сегодня послушаем эти все песни, и песни, которые 40 лет пелись, которые пелись, исполнялись. Их пел Петр Лещенко, Вадим Козин, Изабелла Юрьева, Клавдия Шульженко. Потом эти песни пел Комар, и вот сегодня мы, собственно, также будем петь, продолжать то, что было ранее. Вот, но я немножко, вот портрет справа, это вот Спиридонов Александр. Вот, это вот Сергей Прохоров. Вот, это портреты сделаны в середине 70-х, сделал очень такой фотограф маститый, который работал центральной фотоателье напротив ЦУМа, Валерий Ковтун. Вот. Ну, я немножко про Комара, я много сейчас пишут в интернете, есть записи, есть диски, которые продаются на птичьем рынке. Я немножко о Сергее Егоровиче Прохорове. Это уникальный человек.
Сейчас таких, конечно, не найдешь. Внешний вид, конечно, отпугивает, но когда с ним поговоришь, то действительно скажешь, что это добрый, добродушный человек. Очень красиво рисовал. Вот когда я у него был дома, то у него вся стена размером 2х3, как ковер заходишь, и там была написана картина «Тройка зимой», «Сани» и «Кучер». Но это просто сказка. Не каждый напишет. Мы скажем, что много художников, но ведь написать такую картину – это тоже очень сложно. Не только он вот эти моменты писал, но и были у него и библейского характера, церковь, там такие вот мифологического характера. Был очень добродушный. Было у него еще одно качество – это разговаривать. Настолько разговаривал красиво, что вот сидящие с ним или стоящие просто молчали. А когда он прекращал эту весь разговор, то как вот он смотрит такими с улыбкой, ехидными глазами, ну и как бы молча спрашивает, ну что дальше будем говорить? И все молчали. Была пауза жуткая. Ну, такого оратора я больше в жизни уже никогда не встречу. Ни профессора, ни доцента, ни кандидата. За 60 лет никогда не встречу. Но самое главное, что у него было, это пение. Когда он пропел несколько песен человеку, которая работала в музыкальной школе, она сказала, у него очень красивый оттенок голоса. Это не каждому человеку дано, смертному. Вот. И настолько он пел, что действительно можно его было поставить, вот как вот Комар и Сергей Прохоров, это на одну планку. Ну, стиль у них, конечно, был немножко разный, направление пения. А так вот, каждый раз, когда мы собираемся в моей хижине дореволюционной, мы всегда вспоминаем о них. Вот, поэтому мы всегда с ними и будем, так сказать, продолжать и помнить то, что мы когда-то с ними встречались, дружили. А, собственно, ключевую фигуру в нашем знакомстве это был вот Сергей Прохоров. И я думаю, мы всегда будем о них помнить. Он рано ушел, в 31. Трагически 48 ушел Комар. Ну, так получилось. Такой любовью тебе, родная, сажал я клёны, эти клёны над рекой. Пройдут года, и жизненная вьюга посеребрит мой волос золотой. И под этими кленами, под листвою зеленою, запоют соловьи. И под этими кленами тоже может влюбленные, даже может быть вспомнят о нашей любви. Свою любовь я не делил на части, красивых слов другой не говорил, а лишь любви, любви своей на счастье. Четыре клена у реки я посадил, и под этими кленами, под листвою зеленою, запоют соловьи. И под этими кленами тоже может влюбленные, даже может быть вспомнят о нашей любви. Александр Васильевич Иваншин. Музыкант, можно сказать,
самых строгих правил. У него все по камертону, все по нотам, все по тональностям. Ну, как говорится, ни шаг влево, ни вправо. У него все идет по центру. Он инженер-проектировщик, человек заслуженный. У него прекрасный, долгожданный инструмент от мастера Безгина. Прекрасный инструмент. Он замечательный гитарист. Мог бы быть гитаристом-классиком. У него красивый голос и тонкое понимание романса русского, народной песни, эстрадных вещей, ну и, конечно, бытовые вещи. Прошу. Цвет розы, платье ты носишь по моде, гулять со мной ты не хочешь, ну что ж, гуляй с кем хочешь, гулять со мной ты не хочешь, ну что ж, гуляй с кем хочешь. Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка, в эту трудную минуту так тебе мне хочется сказать. Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка то, что ты уходишь от меня. Парень, ты с какого года, из какого парохода? Ни ответа, ни привета, а на речке тает лед, лед, лед идет, а Ладога и плывет, лед, эх, лед идет, Ладога и плывет. Я цыган, сын воли и степей. Помню я безумие ночей, песни, пляски, дивный звон гитар, да любые пленительный угар. Лишь только хор наш песню запоет, пуще страсти кровь мне обожжет, и вольется мне в душу сладкий яд, а гитары стонут без меня. Гори, гори, любовь цыганки, горит любовь красавицы смуглянки, горит одна в них сила властная, царит одна любовь прекрасная. Дари-да, дари-дари-да, 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 горит одна в них сила властная, царит одна любовь прекрасная. Вячеслав Павлович Сорокин, наша легенда, наш импровизатор. Я удивляюсь его видению музыки, его угадыванию песен. Поет только в своем варианте. Если под кого-то можно подделаться, если кого-то можно сымитировать, Славика не сымитируешь. Славик вырос в доме с соломенной крышей. И под этой соломенной крышей он так полюбил гитару, так полюбил цыган, которые табрами останавливались недалеко от его дома, в пойме реки Дон. Ходил, слушал их музыку, их цыганочки. Вот сейчас он нам исполнит свои вещи. Начнет он, конечно же, со старинной цыганочки. Его видение этой мелодии. Thank you.
Честного слова, о гитаре, об исполнителях, о твоем отношении ко всему этому. В советское время, когда было все еще под запретом, многие гитаристы, самоучки и любители, я, конечно, не бард, я не люблю слово бард, я исполнитель-любитель, как говорил Спиридон, но в комар. Он тоже не любил это слово бард. Да, не любил. И шансон не любил. Вот. Их очень было мало, можно было по пальцам перечесть. Спиридонов, Комар, Серега, Прохоров. И еще малоизвестный гитарист сам писал песни, великолепно пел песни на слова Есенина. Это Свеклова Александра. Много он пел, красиво пел. Артист, драматист. Вот. И мало кто его знает. Его однажды я где-то в середине 70-х его показывали по телевидению. Как и Комара один раз показали по Воронежскому. И его показали. Он пел, по-моему, две тоже песни и все. Они очень меня... Снялся в 8 фильмах. Ну да. Это я слышал, но... Драматический артист. Вот. И когда вот захватила меня вот и его игра, Сашкина, Комара, игра, его игра мне захватила. Впоследствии я стал писать свои же уже песни, свои стихи на своих, делать музыкальные импровизации. Но это уже мое. Но мне я сейчас хотел показать немножко и Александра Спиридонова, ну и, конечно, Свеклова. Пожалуйста, послушайте. Серенький дымок таял в голубых лучах заката. Песню, что доносит ветерок, милая, что пела мне когда-то. Жил в Одессе славный паренек, ездил он Херсон за голубями, подали мелькал его челнок с белыми, как чайка, парусами. Голубей он там не покупал, шухарил и лазил по карманам, крупную валюту добывал. Девочек водил по ресторанам. Но однажды славный паренек не вернулся в город свой любимый. Понапрасну девушка ждала у фонтана платье темно-синее. Познакомил, детка, нас с тобой, тоном преподнес печаль разлуку. Прокурор на счастье порой поднял окровавленную руку. Серебристо, серебристый дымок таял в голубых лучах заката. Что доносит ветерок, милая, что пела мне когда-то. Я как будто в 70-е годы попал. Вот это оригинальное исполнение. А вот сейчас в интернете появились какие-то подделки под Сорокина, под его песни.
Послушайте, у тебя есть посвящение, песня посвящения комару, «Такси». Как я помню, как он долго мучился, когда он эту песню сочинял. Он какие-то фрагменты мне показывал. Премьера песни. Да снег идет. Март месяц. За окном снегопад. Здесь только ложь, лесть лишь. Я не хочу здесь больше оставаться. Пришла пора, и пробил час. Ну что ж, пора в дорогу собираться. Такси возьму, уеду к другу на могилу. Городская суета. Спешу туда, где все в тиши, где поминальные кресты, где друг лежит не в бытии. Вот заводом проходят чередою. Сколько в жизни осталось еще жить? Но мои загнанные кони, спотыкаясь, придут ночи. Снег ложится тихо мне на плечи. Тебе хотелось все сполна. Наша встреча состоялась. Но молчит твоя усопшая душа. Бесподобная вещь. Без адреса шаги, без имени они, без времени слова, пьянеет голова. Поймав такси, как ночь, бросаю на ходу. Вези куда-нибудь. Любой из них. Один завод не тот. Другой завод не тот. Кати купит вино. Вино и казино. Вези там ждут. Скорей! Душа горит огнем. Гони, шеф лошадей. Сегодня ночь пробью. Эй, минус пошла. Ты помнишь Седоков? На тройку кучеров. Ярый смех, гитарой белый смех. Там были
куда-нибудь к одной из них. Поделаться уже никто не подделается. Ты попал в твою историю. Разошелся. Вот в такой-то обстановке и рождались импровизации какие-то, вариации, красивейшие вещи, которые потом ни повторить, ни сыграть было нельзя, потому что их тут же забывали. Они рождались во время исполнения. Сейчас вы посмотрите, что такое похожие. Чудесный.
хитрости, что нынче осень, что золотые листья на земле. Ну что же ты грустишь, что ровно в осень я не приду, любимая, к тебе? Где же ты, любовь моя, твой взгляд? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? И вот стою в вагоне у окна, передо мной чужая сторона. И вспомнил я тогда твои глаза, твои глаза, любимая моя. Где же ты, любовь моя, твой взгляд? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Я не знаю, что ты мне напишешь. Спрашивай потом, может, с кем-нибудь меня заметила. Если ты мне пишешь о другом, может быть, я слишком надоедлив. Так зачем же, детка, будем медлить? Напиши решительный ответ. Напиши мне коротко и ясно. Станет слово едким, как табак. Напиши, что ты меня не любишь. Порвешь обредающую лиру, чтобы я других любить не смог. Я пойду заплаканным по миру, по путям истоптанных дорог. Я пойду на дальний берег моря, покончу с именем твоим. А ты, детка, не узнаешь горе, обнимая с кем ему другим. Хочу, чтобы помнила ты, что есть у самого моря тропа, где неожиданно наши следы сплелись, словно судьбою судьба. Ведь
ветер осенние листья кружит. Ему их нисколько, нисколько не жаль. Пусть ветер осенние листья кружит и несет о прежних днях печаль. Листья кружат, сад облетают, низко к земле клонится дух, слава любви. Эх, в тюрьме той сыр холодно, под ногой песочек. Молодой жульман начальника просит. Вечер с тебе дороги до степной бурьян. Несколько цыган, старая цыганка, сидя у костра, поманила картой, позвала меня. Под небом чужим я, как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающий вдаль. Сердце бьется сильней, слышу крик каравана, улетающий вдаль. Но на челе журавлей дождик, холод, туман, непогода и сляга, вид усталых людей и больших городов. А прибудут они, к ним откроют объятия молодая весна, ты Россия моя. А прибудут они, к ним откроют объятия молодая весна, ты Россия моя. Ехал поезд из Тамбова с Пензы на Москву. Я лежу на верхней полке и как будто сплю. По соседству чей-то рядом чемодан стоит. Я подвинулся поближе, что-то в нем лежит. Держи, лови, лови, держи. Ловите наши, эх, наши багажи. Опять весна, опять весна, алые
не в разброс. За нижним парком ледоход, дожди идут на тополя. И снег, как я, и снег, как я. Растает ночь под ветром в губах твоих концы аллей. Листа не шли, шли ее метод, и песни мною моей. Петровский пруд, ловлю грехи, а не чугунно. Стоит ночь под ветром мой, в губах твоих концы аллей. Лишь станешь лишнею бедой, и песни мною моей. Летят караванами птицы в гнездовье, над ширью полей, просторов лесов. Они приземлятся на старых гнездовьях и выведут стаи шумливых. Летят эти птицы костером согретым, костером согретым весенним теплом. А ты в эту пору сидишь одинокий и думаешь, что седина на висках серебрится и грустно бывает, порой от того, что строит гнездовье перелетная птица. Мальчишка бежит к отцу посторонний, две девочки рядом, старушки спешат. А ты в эту пору сидишь одинокий, один без уюта. Спасибо, мои друзья. Ну, я уверен, что вы действительно поняли, что это была импровизация. Не готовились. Я ничего этого не ожидал. Сейчас можно только сказать: внимание, внимание, внимание! Работают все радиостанции Советского Союза. От Информбюро мы даем передачу музыкальную на весь бывший Советский Союз. Когда есть музыка, тут слов не надо. Ну что сказать, я, в общем-то, не готов, но могу сказать просто от души, что я очень рад, когда мы собираемся. Я очень рад, когда мы поем наши песни.
Люблю послушать Вячеслава, Владимира. Настолько, что просто без этого уже не могу жить. И живу вот этими днями, вот этими минутами, когда мы вместе. Мы всегда вспоминаем Комара, всегда вспоминаем Сережку Длинного. Это, можно сказать, наши учителя. Ну, Виктор вот ушел из жизни, Харин. Он хороший был гитарист с прекрасным голосом. Но мы все ученики Александра Спиридонова Комара, ну и Сергея Длинного. В общем-то, мы их помним, мы поем их песни. Мы практически проживаем жизнь. Немножко как бы и за них, и за себя вместе. Так что, ребят, я очень рад, когда я с вами. Дай вам Бог здоровья на долгие лета. Спасибо. Спасибо. Отлично. Обоюдно. Я очень присоединяюсь к словам Александра. Обожаю эту компанию. И тем более у меня даже отсюда пошла гитарная игра, можно сказать. Так, да что сказать, она и есть точно. И в заключительном слове хочу прочитать свои стихи. Пусть они будут февральскими, но у нас тех зим уже нету. Но я помню те зимы, вот когда я когда-то уже давно написал такое стихотворение. Погода быстро поменялась, за ясным днем пришла пурга, и монотонно, и тоскливо аккордом стонут провода. Леса, укрытые снегами, стеной защитную стоят, и буря в них теряет силу, и вьюга затихает там, а ветер гонит дальше свору пурги родню косматых ведьм, то направляет в его своем, то переводит на метель. Пурга, владычица покоев, в союзе с ветром рождена, смешают с неба снегом поле, снега подвластны им всегда, играют вместе с ревом воем, заблудят каждого из нас, завьюжат, занесут, закружат, скроют, кто попадет им. Военный час пурга несется над равниной. Все дальше гонит чары бед. Лишь нанесла сугробов снега, оставив пиршество свой след. Спасибо за время. Ну, спасибо, дорогой. Стихотворение. Да, русский класс. Хочу сказать спасибо моим близким людям за визит. И хочу сказать, надо жить.
застыла, а чего теперь не жаль? Эх, ты жизнь моя постыла, а ничего теперь не жаль.